Это Майнкрафт. Он нубик. А ты меня точно убьешь. Да, Саб, это что ты могу? Дай меня. Лох. Охренеть, вот это ДНК. Хочу, хочу, хочу. Нубик, ты мой батя, это кто, рубрика «Кто твой папочка?» Майнкрафт. Сынок, давайте мне чуть-чуть переработать на древесину, я тебе дам просто нормально. Понимаешь, нормально будешь военный, как я. Сейчас я переоденусь, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Эх, я маленький сынок, я мне ничего не сделаю, папку попал. Эй, го-го-го-го, вези меня, коник, далеко-далеко-далеко. Я приучил коника. Мой коник. Я приучил коник. Я в коника залез. Прям настоящий прям. Опа. Опа. Ой. Папка, включи так, что я мог что-то делать мобом. Ха, паук не догнал. Папка, включи так, что я мог драться. Можно побить паука, он сидит и смотрит на меня. Я встану с кровати, он не побьет. Я спрятался под одеяльце. Ты чё, нарвался? Дикий, что ли? Дикий. Чё, дикий, что ли? Совсем дикий. Он дикий. Наш дикий. Папка, по-моему, туда твой. Ни хрена. Папка, мне что, прыгать? Нет. Прощай сейчас таким миром. Папка меня тут заставляет прыгать в воду с большого высоты. Это антидроппер. Мне друзья рассказывали. Это, походу, дроппер, папка. Меня папка заставляет. Нет, это не я. Стоп, подожди. Я знаю, как помочь. Зачем? Просто скил. Не то, что у папки. Папка лох. Все. Так, ты где там? Я что? Так, сейчас тебя нарисую ножичком. Так, блин, зачем мне гранату вообще? Ну, ты что, папка, это твой сослуживец. Вот что-то, ты... по-моему, это было резко. Чувак, ты смотри. Стоп, видали? Old School 360. Я еще живой. Он по мне идет стрельбу. Темная проводка. Ой, я добыл кость. Пошли, сынок, я тебе дам зонку нормально. Папка, ты где? Я в здании ДНК сплю на кровати. Так, сейчас я тебе положу, вот даже меч. Нормальный, нормальный.
положу тебе камень. Ой, железный. Че, петух? Вот нормально. Я добыл сырую курицу, папка. Гранаты тебе очень давать. Так, где вот? Блин, что-то какой-то твой сослуживец дерзкий. Сержант ты будешь. Сержант. О, вертолетная площадка. Челлендж. У-ху-ху. Жестокий мир. Если ты типа сон просыпаешь один и тот же день. Нужно умереть, чтобы проснуться. Нужно выжить, чтобы проснуться. Аллилуйя. Так, ты говорю, это здание там было. Какого здания ты? Здание и ДНК? У здания ДНК. Вот тут с крыши падаю. А зачем? Уже не падаю. Я кушаю. Видишь здание с ДНК? Да, вижу я. А я нет. Ладно. Я нашел корову. Подожди. У меня есть технология. Сейчас я сделаю тебе небольшой фокус. Смотри. Вот так вот, первых. Оба-на. И вот так вот. А ты на вещи разработаешь. И у меня есть Windows. Так что, если что, я могу помочь. Теперь лучше. Да, и прыгай ко мне, и я... Ты где? Я возле здания ДНК. Да я не знаю где. Я в магазине одежды. А где? Вот есть шерсть. Определенно, это магазин одежды. О, день. Так, я у большого здания. Я вижу красное здание и здание с надписью ДУСА. А вот ДНК.